Давай, говори, что делаем. Через указательный палец, чтобы... Вот смотри, еще хотел обратить внимание, многие спрашивают, не через казанок вот этот, через пальцы? Именно через пальцы, через казанок, это уже другое движение. Ага. Если идет именно давление на уши, запястную часть, то есть на натяжку, и уже лишь максимальное напряжение, даже при 5 килограммах, лучевая мышца уже опустили до конца, да, здесь уже мышца чуть напряжение удерживает. И работаем так, лучше максимально мышцы, сколько мы можем. Натяжку не отпускаем, то есть... Внизу натяжку не опускаем, да? И отсюда начинаем. Нет, чем больше она в напряжении, чем тем сильнее. Предпоследнее упражнение, чтобы именно хорошо работать.